Поздравляем вас с победой наших олимпийцев на Олимпиаде. И просим Владимира Путина избираться на пост президента России на выборах 2024 года. Ура, победа на века. Тоже поздравьте нашего президента. Спасибо, благодарим вас. Олимпийцы России лучшие в мире. Наша Россия, наш президент. Вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура. Великая победа России на века. Поздравляем. Много счастья, здоровья, успехов вам желаем. Все олимпийские награды, золото Олимпиад в Токио завоевали наши олимпийцы России. Олимпийцы России лучшие в мире. Поздравляем вас. Сегодня здесь, на Красной площади, россияне, собрались миллионы россиян со всей России. Все мы чествуем сборную нашей олимпийской сборной Олимпиады России. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Олимпийцы России, самые лучшие в мире. Все олимпийские награды, все медали золотые. Многоуважаемому господину президенту России, верховному главнокомандующему вооруженным силам России Владимиру Путину, героям олимпийцам российской команды. Предстоящей победе на выборах 2024 года Путина Владимира Владимировича, героям олимпийцам России, принадлежат на века. Дружить всем странам с Россией и помогать надо как можно больше, шире. Победа Путина Владимира Владимировича, многоуважаемого господина президента России, верховного главнокомандующего вооруженными силами России Владимира Владимировича Путина на выборах президента России 2024 года, олимпийцы России в Токио, слава, ура, ура, ура! Российским олимпийцам честь и слава, гордится вами Русь святая, победы триумфальные вы одержали на Олимпиаде в Токио, прекрасно, на века! Победа, предстоящая, выдающаяся, историческая, триумфальная, самая лучшая в мире победа на выборах президента России 2024 года и на выборах 19 сентября 2021 года на пост президента России Владимира Путина объединила россиян всех на века. Слава и ура, ура, ура! Евгений Рылов, все олимпийцы России, молодцы! Все россияне, олимпийцы России, предстоящей триумфальной выдающейся победе на выборах президента России 2024 года многоуважаемого господина президента России, верховного главнокомандующего вооруженными силами России Владимира Владимировича Путина, весь личный состав нашей доблестной и непобедимой армии, пилотажные группы «Витязи», «Стрижи», «Соколы», авиасалон «Макс Жуковский», форум «Армия 2021» Алабино, парк «Патриот» Кубинка. Мы все Владимиру Владимировичу Путину, президенту любимому, верны. Наш Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Ура, ура, ура. Великая победа России на века. Да, Путин Владимир Владимирович, олимпийцы России на яркие победы. Да, Путин Владимир Владимирович, олимпийцев России на яркие победы вдохновил. И он сегодня всю историю вершит. За Путина Владимира Владимировича все россияне, олимпийцы, и мы, Нестеру Метлицкие, дружно, единогласно призываем всех голосовать за предстоящую, выдающуюся, историческую, триумфальную победу на выборах президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина и на пост председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича, Санкт-Петербурга Беглова Александра Дмитриевича. Солдат России, мир освободивший, гордится подвигом солдатским, Русь святая на века. Героев подвиг на планете самый высший, героям Родины, олимпийцам России. Слава и ура, ура, ура. И мы поем о подвиге народном. Героев память мы все свято чтим. Да, Владимир Владимирович Путин, президент, любимый всенародный. И он сегодня всю историю вершит. За Путина Владимира Владимировича, за предстоящую триумфальную выдающуюся победу на выборах президента России 2024 года. Горит молитв святых свеча, мы в храмах зажигаем наши свечи. Иисус Христос и Богородица с Россией на века. Успех России, Путина Владимира Владимировича, предстоящей триумфальной выдающейся победы на выборах президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина и олимпийцев России на века обеспечен. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Многоуважаемый господин президент России, верховный командующий вооруженными силами России Владимир Путин, мы, Нестер Метлицкий, со всеми олимпийцами, чемпионами Олимпиады в Токио и со всеми россиянами, со всем личным составом нашей доблестной непобедимой армии ВД, ФСБ, полиция России лучшая в мире, со всеми героями авиасалона «Макс Жуковский», господин Рогозин поддержал, госпожа Рогозина, инициативу Нестеров Метлицких, и поддержали все герои ВДВ на Красной площади, на празднике героев ВДВ на улице Ильинка.
поддержали весь личный состав нашей доблестной непобедимой армии. Генералы, выдающиеся генералы, господин Шойгу Сергей Кожегедович, Герасимов, Коношенков, Антонов, Сердюков, Калмыков, Данильченко, Востротин, Маргелов. Все поддержали десантники на празднике ВДВ и Пророка Божия Ильи на Красной площади, на улице Линка. И на праздничном концерте, сегодня посвященном триумфальной победе на Олимпиаде в Токио 2021 сборной олимпийцев России, все поддержали инициативу Нестеров Метлицких о выдвижении на пост президента России на выборы президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного. И мы, Нестер Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ревна, Елена Петровна, Юлиане Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Татьяна Семеновна Владимировна, мы со всеми россиянами, со всеми героями, олимпийцами, победившими, одержавшими великие победы в Токио 2021, со всеми россиянами, со всем личным составом нашей доблестной непобедимой армии, ВД, ФСБ, полиция, Национальная гвардия, Госдума, Совет Федерации, администрация президента, правительство, партия «Единая Россия», Народный фронт, лучшие в мире. Мы все очень просим Владимировича Путина избираться со всеми россиянами, очень просим Владимировича Путина со всеми людьми доброй воли на планете, очень просим Владимировича Путина избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Наш Россия, наш президент вас, наша сила, право и честь, на пост председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии «Единой России» Медведева Дмитрия Анатольевича, мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича, Санкт-Петербурга, Беглова Александра Дмитриевича. Наш Россия, наш президент вас, наша сила, право и честь. Всем героям ФСБ, МВД, олимпийцам России и армии родной посвящай наши песни, служить отчизне дорогой. Будем все мы вместе, на страже Родины стоите вы надежно. И выдающийся предстоящий триумфальный исторический самый лучший в мире победе на выборах президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина, мы всегда верны, всегда во всем вам доверяться можно. Вы смелые защитники страны, всем героям ФСБ, МВД, олимпийцам России и армии родной посвящаем наши песни, служить отчизне дорогой. Будем все мы вместе служить отчизне дорогой. Будем все мы вместе. Призываем всех россиян дружно и единогласно голосовать на выборах России. Выборы России самые честные, справедливые, свободные, демократичные. Призываем всех россиян дружно и единогласно голосовать на выборах России президента России 2024 года за Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного. И на выборах 19 сентября 2021 года на пост президента России за Владимира Владимировича Путина и за кандидатов партии «Единая Россия», «Народный фронт». Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Солдат России, слава и отвага, страну родную защитит всегда. Верность долгу, воинской присяге, штандарту президенту армии, полка на Красной площади, а марши на параде, на воинских учениях и в бою. Тоже поздравьте нашего президента, пожелайте добрые слова. Спасибо. И на груди геройские награды, солдат России, он всегда в строю. Предстоящая триумфальная выдающаяся победа на выборах президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина объединила всех. Радости звонкие песни в небе звенят над Москвой. Праздничный концерт, посвященный победе, триумфальной победе нашей олимпийской сборной в Токио, сегодня отмечает вся страна. Все россияне собрались на Красной площади, чтобы поздравить наших олимпийцев. Олимпийцы России самые лучшие в мире. И попросим, мы все очень просим, мы, уважаемый Владимир Владимирович Путин, уважаемый господин президент России, верховный главнокомандующий вооруженными силами России Владимир Владимирович Путин, мы, Нестеров Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ревна, Елена Петровна, Юлиане Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Татьяна Мария Владимировна. Мы со всеми россиянами поздравляем вас
с выдающейся исторической триумфальной победой наших олимпийцев, олимпийцы России самые лучшие в мире, в Токио, на Олимпиаде в Токио, и все высшие награды, золотые медали, Олимпиады в Токио и на всех Олимпиадах, всех чемпионатах мира принадлежат предстоящей выдающейся триумфальной победе на выборах президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного. И мы, Нестор Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ревна, Елена Петровна, Юлиане Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Татьяна Владимировна, мы со всеми россиянами, со всеми героями, олимпийцами олимпийской сборной России лучшей в мире очень просим вас, уважаемый господин президент России, верховного командующего вооруженными силами России Владимира Путина, избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Ура, ура, ура. Великая победа. России на века. Поздравляю. Много счастья, здоровья, успехов вам желаю. Россия, ты Мессия, ярчайшая звезда. России, ты Сесилия. Во всем везде всегда. На небосклоне много красивых, ярких звезд. Мы гимн поем предстоящей, выдающейся, триумфальной, самой лучшей в мире победе на выборах президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина. Мы гимн поем всему российскому народу за то, что он так много перенес. Он пережил блокаду Ленинграда, одержал победу в Великой Отечественной войне. Господь Иисус Христос и Божья Мать, все высшие награды, олимпийские награды в Токио, все золотые медали нашим олимпийцам и Владимиру Владимировичу Путину, самым главным олимпийцам, спортсменам. Мы назвали вас самым влиятельным, самым главным президентом, человеком эпохи, тысячелетия, столетия, эпохи, десятилетия, столетия, года на планете. Принадлежат все высшие награды, золотые олимпийские медали, самым главным, красивым, мужественным олимпийцам России и всей планеты. Предстоящей триумфальной победе на выборах президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина. И все высшие награды, Нобелевские премии мира, Олимпиады в Токио, золотые медали в Токио, всех чемпионатов мира, всех Олимпиад. Слава и честь России, высшие наградные ордена, Единая Россия, Отечество, долг и честь, за единство, веру, славу России. Высшие наградные грамоты имени святых князей Владимира Первокрестителя, Святой Руси Равноапостольного, Красное Солнышко Владимира, архистратига Архангела Михаила, Дмитрия Донского, Александра Невского, Андрея Первозванного, святых Людмилы, Марии, Екатерины, Александра, Алексея, Михаила, Светланы, Ильи, Кирилла, Мефодия, Алексея, маршала Жукова, все высшие награды, ордена, медали, Нобелевские премии мира, золотые медали всех Олимпийских игр, в том числе Олимпиады в Токио. Все высшие награды Владимиру Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путиным, Мишустину Михаилу Владимировичу, Владлене Владимировне, Александру Михайловичу, Алексею Михайловичу, Михаилу Михайловичу Мишустиным, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Сергею Семеновичу Собянину, Беглову, Колокольцеву, Бортнику, Шойгу, Герасимову, Антонову, Коношенкову, Шойгу, Герасимову, Бастрыкину, Золотову, Колокольцеву, Лебедеву, Панфиловой, Мурашко, Голиковой, героям нашей доблестной непобедимой армии, наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Ура, 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 великая победа России на века. Поздравляем вас, мы, Нестор Метлицкий, на праздничном концерте со всеми участниками праздничного концерта, посвященного выдающейся исторической триумфальной победе наших олимпийцев на Олимпиаде в Токио, на Красной площади, на Васильевском спуске. Мы, Нестор Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ревна, Елена Петровна, Юлиане Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Татьяна Семеновна Владимировна. Мы выступили с выдающейся исторической инициативой, самой лучшей в мире инициативой о выдвижении на пост президента России, на выборы президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина. Нашу инициативу мы передали во все высшие государственные инстанции, правительство, Госдуму, Совет Федерации, администрацию президента, Центральную избирательную комиссию, партии «Единая Россия», Народный фронт. Поздравляем вас! Нам пришли замечательные исторические письма из Госдумы, из Совета Федерации. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. И мы, Нестор Метлицкий, очень просим Владимира Путина избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Наша Россия, наш президент,
вас, нашу силу, право и честь, герои славной армии, Отечества сыны. Гордится вами Родина во все века и дни, чеканит по брусчатке победоносный шаг, и в небе развивается российский славы флаг. Слава героям российской армии, полиции, Росгвардии России, лучшей в мире. Ура, победа на века, олимпийцы России, лучшей в мире. Наша Россия, наш президент, вас, наши силы, право и честь, радости, звонкие песни в небе звенят над Москвой. Нашей победы радостной вестью над окрыленной землей поддержали все главы всех держав всемирных, вам все честь пришли воздать. Даст великую, святую, могущественную, процветающую Россию Владимира Владимировича Путина, Мишустина Михаила Владимировича, Дмитрия Анатольевича Медведева, Собянина, Беглова, Колокольцева, Бортникова, Шойгу, Золотова. Героями-олимпийцами России Господь Иисус Христос и Божья Мать и Святая Благодать. Главы всех держав всемирных, вам все честь пришли воздать. И на авиасалоне Марк Жуковский поддержали все дружеские делегации, летчики из Казахстана, СНГ, ДКБ, весь личный состав нашей доблестной непобедимой армии, МВД, ФСБ, ФСО, Национальной гвардии. Поддержали делегации, президент поддержал президенты Владимир Путин, Джо Байден поддержал. Посол Соединенных Штатов Америки Джо Сулейман на авиасалоне Марк Жуковский поддержал инициативу Нестеров-Метлицких о выдвижении на пост президента России, на выборы президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина. Поддержали Меркель, Макрон, президент Израиля, президент Египта Сиси, все высшие награды, ордена, медали всех стран, всех континентов, ООН, ЮНЕСКО, Нобелевские премии мира, России, Франции, Германии, Америки, Европы, Юга, Севера, Запада, Востока, СНГ, ОДКБ. Все высшие награды предстоящей триумфальной победе на выборах президента России 2024 года на пост президента России Владимира Владимировича Путина. Уважаемый господин президент России, верховный командующий вооруженными силами России Владимир Путин, мы Нестеров-Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Ильяне Максимовне, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Татьяна Владимировна, мы со всеми россиянами, со всеми олимпийцами, нашими героями-олимпийцами сборной Олимпиады, занявшие самые лучшие, высшие золотые медали на Олимпиаде 2021 в Токио. Мы очень просим вас, мы уважаемый господина президента России, верховного главнокомандующего вооруженными силами России Владимира Путина, избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. И всех призываем россиян дружно и единогласно голосовать на всех выборах России. Выборы России самые честные, демократичные, свободные. На выборах президента России 2024 года и на выборах 19 сентября 2021 года мы всех призываем голосовать за многоуважаемого господина президента России, верховного главнокомандующего вооруженными силами России Владимира Владимировича Путина на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Ура, ура, ура. Великая победа России на века. Много счастья, здоровья, успехов, Божьего благословения мы вам желаем. На ваши великие подвиги, свершения, успехи, на благо великой, святой, могущественной, процветающей России. И очень просим вас, уважаемого господина президента России, верховного главнокомандующего вооруженными силами России Владимира Владимировича Путина, избираться министром Метлицкий со всеми россиянами, со всеми героями, олимпийцами, армией, МВД, ФСБ, полиция России, лучшей в мире, Госдумы, Совет Федерации, администрации президента, правительств, партии «Единая Россия» на фронт, «Единая Россия» на Народный фронт, поддержали все фракции, все партии. Инициативу Нестеров-Метлицких о выдвижении на пост президента России, на выборы президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина. И мы очень просим вас, уважаемый Владимир Путин, мы Нестеров-Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ревна, Елена Петровна, Ильяне Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Татьяна Семеновна Владимировна. Мы очень просим вас, мы со всеми россиянами, со всеми героями Олимпийской сборной России, героями армии МВД, ФСБ, Национальной гвардии России, ФСО, правительство, Госдума, администрация президента, партия «Единая Россия», Народный фронт, мы очень вас просим, многоуважаемый господин президент России, верховного главнокомандующего вооруженными силами России Владимира Путина, избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. От всего сердца, от всей души мы поздравляем вас и ваших родных и близких с выдающейся победой наших олимпийцев на Олимпиаде в Токио 2021. И поздравляем предстоящей триумфальной выдающейся победой на выборах президента России
2024 года на пост президента России Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного. Владимир Владимирович Путин, президент любимый всенародный, все делает для счастливой, благополучной, комфортной, самой лучшей в мире жизни россиян, для укрепления мира на планете, для мира стабильности, для предотвращения ядерной войны, ядерной катастрофы. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Ура, 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 великая победа России на века. Счастья, здоровья, успехов, Божьего благословения, всевышней награды мы вам желаем, от души и сердца мы вас поздравляем. Долгие благая вам лето, долгие благая вам лето, долгие благая вам лето. Господь Иисус Христос и Божья Мать и Святая Благодать с великой, святой, могущественной, процветающей Россией Владимира Владимировича Путина, Мишустина, Медведева, Колокольцева, Бортника, Шойгу, Золотова, героями-олимпийцами России на века. Слава и ура, 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 великая победа России на века. Россия вперед! Ура, ура, ура!